جوا الباسكت كلنا. Что-то дети не очень настроены сажать. Хотя детишкам все равно, что сажать, что растить. Лишь бы было где побегать, поиграться. Такие вот заготавливаются штуки. Вот в каждую бутылочку. Ага. Сачи Лириас. Excuse me. What number now? Прикольно, пацан. Мела, она идет по шаблу. Джибо, джибо, Мела, бой, салам, луэ. Он из Рахилком. Мела, она из Рахилком. Вот эти вот росточки принес с собой Стефан. И вот сейчас они разбирают дети, и каждый в свою бутылочку должен воткнуть вот эту. Вообще прикольная, конечно, тема. Детей обучают быть ближе к природе. Что там? А? А воду достаю, да? Ага. Все-таки там колодец получается. Настоящий. Пойдем поговорим с человеком. Hello. Sweet. You've been doing it for a long time? Not with children before, but when we organize campings and events like this, it's always nice to have. До этого сами, да, получили? Before you involved children, you did it by your own? Yes, yes. We were camping and had the bottles and did the same process. Okay. So you plant all these trees, or where are the trees that you plant? You see those plastic bottles there? Those are the. We've only planted seeds for now. Okay. But we've only been here a few months. Mm. We started by building the well wall and the kitchen. Построили тут 6 месяцев, они были, построили кухню, построили камин. А сколько человек строило это все? How many people were involved in these buildings? A small handful. Немного. Немного. Three.
человек. But then people would come on a Sunday to help with other things. Потом по воскресеньям они приходили другие люди помогать. Ну да, да. Колбаса, что-то баса референт, матколо, штаж. Да, муж муж алек, альфем, муж колбаса алек. Да, мы тоже захватили. Тесто захватили. Их сегодняшняя задача, чтобы все дети посадили вот эти деревья, получается. So today the goal is to plant all those trees that you have in the bottles. Yeah. And now we will grow them for a couple of years, and then we will plant them in the soil around Malta and Gotha. Our aim is to plant 1 million trees. So we need help. Мы не хотят посадить миллион деревьев. Миллион деревьев. Цель. Ага. Надо обратиться тогда к зрителям. You can say to our viewers, so they can maybe some of them will help you. We want to plant at first 1 million trees, and then more and more trees. So whatever you can do, find seeds, put them in a bottle with some soil, grow them, and then take them to a place in nature, plant this tree, and for the first summer or two, give it some water so it can grow and establish itself. Окей, okay, thank you. Вообще, говорит, если вы хотите помочь, то можете сохранить семена, вырастить их, потом посадить их в хорошую землю, где-нибудь в хорошем месте, говорит, и потом первые несколько лет поливать, чтобы оно вырос немножечко. Mm-hmm. И потом оно уже само. А что за семена надо сохранить? Любые, от дерева. А, любые от дерева семена? То есть, если я поел, допустим, яблоко, эти семена тоже или как, или, да? Да. Mm-hmm. So even seeds from apple tree, you can... Yes, yes. Today we use lemon and another fruit that is well adapted to the Maltese climate. Который хорошо адаптирован к мальтийскому климату, чтобы здесь... Things like apples and these things, they're a bit more delicate. Он говорит, потому что, например, яблоки, они немножко более деликатные такие, с ними сложно. То есть надо выбирать такие растения, которые хорошо растут в этой климате. Местности. А вообще, скажи, на Мальте сложный климат для растений, ну, для того, чтобы сажание? Или легко земля какая здесь? Сложная в этом плане? Вот in Malta, is it good area for things to grow? They grow quickly, easily, or it's hard? You have to work a lot on them? In Malta we have a lot of sun, and then rain in the summertime. We don't have rain in the summer. Летом нету дождей. So this is why we're first growing them in the bottles, so they will be. Поэтому они сейчас выращивают их в бутылках, чтобы они были сильные, не сразу в. Maybe 2 years in the bottles. И после 2 лет. Бутылки. We'll put them in the soil. Они уже ставят. А, будут ставить. And we'll give them water for 1 year, maybe 2. И где-то год-два они будут их поливать. And then they grow. Natural. И потом уже натурально. А вот их то, что их деятельность, вот они детей подключили, кто-то помогает им, спонсирует, помогает? Или они все сами делают? Do all this project with children, with stuff like. Все помогают. Все помогают. Но нету какой-то государства, там деньгами, допустим, помочь like государству. Спонсорской поддержки нету такого. Sponsors or something. Yes. Mostly the energy of the people. Энергия людей, которые хотят помочь. So it's like private people mostly. Yes. Like today we recycle the bottles, we get the soil, we take the seeds, we don't spend any money. And with the energy we do. Потому что у нас сегодня, например, мы никаких денег не тратим, мы собираем бутылки, которые были у нас от воды, там мы взяли потом земля, в общем, все. Понятно, все здесь почти никаких денег, но много получается. А нету таких мыслей, чтобы, допустим, подключать больше людей? То есть то, что сажают они, те же лимоны, яблоки, это можно на продажу, потом эти же деньги подключать, чтобы наращивать это как производство, вообще эту тему. Чтобы, ну, экологию тоже беречь. Ну, допустим, вот они сажают лимоны, яблоки, так? Допустим, поставить это на производство, как они все равно это делают. Потом это продавать, эти деньги на развитие. If you grow a lot of lemons,
Maybe you can sell the lemons and then get money and I don't know. А построить там дом там тот же или еще что-то новое? То есть как бы бизнес, что вы пошли? But mostly it is so that the children, when they grow up, they can just take the fruit from the trees. Ну это больше для того, чтобы говорить, чтобы когда дети будут расти, они могут брать фрукты с деревьев. Ведь не надо им идти, например, на базар покупать. То есть они могут брать. То есть везде росли фрукты, чтобы, да, понятно. Whoever would like to take them and put them in the school or in the road or in the nature, they get them. They are for them to take. Our aim is to plant trees. Они хотят просто собрать деревья. Fruit trees. Любые деревья. Любые деревья. В общем, чтобы земля была с деревьями. Да. Good idea. Друзья, сажайте деревья, деревья все сажайте, вот как говорит наш человек. Поэтому, чтобы земля была здоровая, чтобы деревья росли, чтобы любой ребенок мог подойти, яблоко сорвать и съесть и чувствовать себя нормально. Смотрите Азов ТВ. Thank you. Thank you.